Правовая среда на канале «Беларусь-4», программа «Чрезвычайная ситуация», и я, Виталий Долгий, продолжаем эфир телерадиокомпании «Гомель». Этот выпуск, посвященный проблемам наркотизации общества, мы назвали «Монстры». И это, пожалуй, самый безобидный эпитет в отношении тех, кто производит и торгует смертью, потребляет эту синтетическую или растительную отраву и сам становится смертельной угрозой для всех, без исключения окружающих. Вот как пример. Недавний случай в подмосковном Подольске. Там молодой отец, находясь под спайсом, зарезал 4-летнего сына и 9-месячную дочь, а затем напал на их мать. До того рокового момента семья считалась чуть ли не образцовой. Но не надо думать, что такие ужасы происходят где-то далеко, а нас благополучно обходят стороной. Хочу напомнить об одной истории, от которой до сих пор содрогаются не только непосредственные ее участники, но и прибывшие на место сотрудники милиции, следователи, медики. Они увидели монстра воочию. Три друга, которые незадолго до этого в своей повседневной жизни довольно часто и тесно общались, не испытывали никакой личной неприязни друг к другу. Абсолютно была бесконфликтная среда между ними. В одномоментно превратились, часть из них превратилась, но можно сказать, в монстров, которые способны были уничтожить на своем пути любого, при этом абсолютно отдавая отчет своим действиям. В деле фигурируют такие детали. Участники нарковечеринки нанесли не менее 15 ударов, в том числе режущими предметами, в различные части тела потерпевшего. И сделано это было способом, носящим характер мучения. Оба нажимали на глазные яблоки потерпевшему. В итоге жертва лишилась не только способности видеть, но и самих органов зрения. Фактически они не поясняли мотивы своих действий при совершении умышленного причинения тяжких телесных повреждений, ссылались на имеющиеся у них видения, значит, рассказывали о том, что у них то им казалось, что это голова дьявола, то, скажем, что один из них является Богом и руководит ими. То есть они всячески указывали на то, что находились в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ. Вследствие этого не помнили и запамятовали события. В ходе следствия было установлено, что молодые люди еженедельно баловались наркотиками. В интернет-переписке перед очередной нарковечеринкой зазывали друг друга на чай с шоколадкой. Вот так, почти любовно, они называли отраву, которая в конечном итоге погубит их всех. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции, естественно, ужаснулись увиденному. Как потом следственным путем было установлено, они наблюдали уже финальную стадию истязания потерпевшего. Благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции удалось не допустить самых тяжких последствий, то есть лишения жизни потерпевшего. На момент приезда сотрудников милиции потерпевший уже был лишен глаз, причем лишен самым жестоким образом. У него было изуродовано и обезображено лицо, то есть тупым предметом разорван рот. Можно себе представить, что могло бы произойти в дальнейшем, если бы вовремя не прибыли сотрудники милиции. Все последующие экспертизы подтвердили, что наркоманы вполне отдавали себе отчет в последствиях своих действий. Все их демоны, вся грязь, накопившаяся в сознании, под воздействием очередной дозы поднялись на поверхность и явили свое истинное лицо. В том случае, о котором мы говорим, немного парадоксальным является ситуация, потому что все три субъекта вроде бы находились в контакте. А обычно вот выраженные психические расстройства предполагают невозможность продуктивного, то есть совместных каких-то действий. Понятно, что сама по себе ситуация ужасна, ужасная с точки зрения последствий, инвалидизации. Само событие не укладывается абсолютно вот ни в какие рамки для оценки, но мы должны оценить и реально себе представить, что же произошло. А произошло то, что люди по собственному желанию вели себя в это состояние.
состояние, которое привело к таким трагическим последствиям. Могли ли они это предположить? Конечно, могли. На судебном процессе двое главных фигурантов дела особо не выказывали раскаяния в случившемся. Утверждали, что действовали неосознанно, под сильным воздействием наркотика. Этим утверждением они пытались смягчить приговор. Да, опомнились. Но слишком поздно. А факт алкогольного, токсического или наркотического опьянения в момент преступления отнюдь не снимает вины. Наоборот, усугубляет ее. Обвиняемого Шмигирова с учетом изменений, внесенных определением судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда, назначено по совокупности преступления наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. И обвиняемому Васько назначено по совокупности преступлений окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. А Шмигирову было предъявлено обвинение в совершении тяжкого и менее тяжкого преступления, поэтому в соответствии с действующим законодательством ему было избран срок наказания в виде лишения свободы максимальной предусмотренной санкции наиболее тяжкой статьи. Значит, обвиняемому Васько было предъявлено обвинение в совершении, соответственно, тяжкого и особо тяжкого преступления. И срок наказания был также избран практически максимальным, предусмотренным по совокупности преступлений. В случае с этими тремя друзьями-наркоманами мы увидели самое дно сложной схемы распространения отравы. Над рядовыми потребителями стоят розничные продавцы, драгдилеры. Над ними, в свою очередь, дроперы, оптовики. Над всеми ими – мануфактуры, сеть точек по производству наркотиков. Каждый элемент этой схемы не имеет прямой связи с другими, действует предельно скрытно, избегая личных знакомств. Общение только через интернет посредством постоянно меняющихся контактов электронных адресов. И все же, даже в этой наисложнейшей ситуации удается вычислять и задерживать драгдилеров. В ближайшее время в суд будет направлено очередное дело группы гомельских наркоторговцев. С виду обычный гараж, а на поверку смертельный нарыв, который наконец-то удалось ликвидировать. Такая же история и с обитателями этого гаража. Один индивидуальный предприниматель, другой инженер на фирме, третий технический директор на частном предприятии. С виду добропорядочные граждане, на самом деле оборотни, торговцы смертью. И вот их товар. Гашиш, марихуана, а также психотропных веществ, как МБХ, Альфа-ПВП, а также других особо опасных психотропных веществ. И работали они в период времени с декабря 2014 года вплоть до пресечения преступной деятельности до 30 января 2015 года. После обыска в гараже, машинах и квартирах подозреваемых изъяли крупную сумму наличности. Свой кровавый бизнес они развернули лихо. Во многих районных центрах Гомельщины, по предварительной информации следствия, драгдилеры толкали дурь именно из этого гаража. Сколько доз попало конечным потребителям, сегодня уже не узнать. А вот схема их распространения известная. Связь через интернет, доставка товара посредством так называемых закладок. Примерно по такой же схеме закупаются оптовые партии у мануфактур. Им поступала информация в системе интернет, где находится, скажем так, называемая большая закладка вот этих наркотических средств, психотропных веществ. Куда после чего наши обвиняемые ездили, забирали их, после чего в гараже, в так называемом, который предоставлен одним из обвиняемых, их, как считает следствие, перерабатывали, изготавливали, после чего реализовывали. Обвиняемым вину признали только частично. Вот. Мотивирует это тем, что психотропные вещества, наркотические средства, которые были у них изъяты, они их приобретали только для личного потребления без цели сбыта. Судя по количеству изъятой отравы, электронной переписке и контактах фигурантов этого дела, речь идет именно о наркоторговле. К сожалению, невыясненными в этой схеме остались те, кто продавал им оптовые партии прекурсоров, полуфабрикатов наркотических веществ. Канал поставки проследить не удалось. Но вот деятельность обитателей этого смертоносного гаража можно считать оконченной. Финальный вердикт огласит суд. С учетом, опять-таки, введения в действие с 1 января текущего года сначала декрета президента Республики Беларусь номер 6 об ужесточении ответственности за незаконный оборот наркотических средств, последующее внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, свидетельствует, что действительно у нас в стране данная проблема назрела. И по действующему уголовному законодательству
У нас за сбыт особо опасных психотропных веществ предусматривается наказание уже до 15 лет лишения свободы. Если ранее, до внесения изменений, это были 13 лет лишения свободы. Введены новые 4-я, 5-я часть статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, где предусматриваются, соответственно, сроки наказания до 20 и 25 лет лишения свободы. Вся эта схема распространения наркотиков, заканчивая закладками-тайниками, имеет еще одну страшную сторону. Буквально месяц назад три воспитанницы новосибирского детсада оказались в реанимации. Пятилетние девочки нашли закладку спайса и, ничего не подозревая, попробовали эту отраву. А это значит, что наркоторговцы в погоне за прибылью готовы заминировать такими вот закладками любое общественное место – и даже детское дошкольное учреждение. А ведь жертвами могут стать и наши с вами дети. Спайс-эпидемия. Вот так, без преувеличения, названа волна наркотизации, которая уже накрыла подавляющее большинство городов соседней России и проникла в нашу страну. Некогда безобидные, судя по рекламе, курительные смеси на поверку оказались боевыми отравляющими веществами. А их употребление в молодежной среде, по данным гомельских наркологов, за последнее время увеличилось на треть. Задействованы все силы и средства, имеющиеся в настоящее время в органах внутренних дел, независимо от того, подразделения это наркоконтроля, либо любое другое подразделение милиции. Действуем, значит, в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами, но, как я уже сказал, ситуация остается сложной. По данным из той же России, спайс, этот синтетический аналог растительной марихуаны, убивает каждого десятого из числа наркоманов. Вероятность передозировки при употреблении от 50 до 80% в зависимости от формулы психотропа. В отдельных случаях специалисты говорят о моментальном привыкании к наркотику, то есть 100% зависимости от химии. Но даже если речь идет о, так сказать, легком, проверенном и якобы безопасном веществе, последствия неизбежны. Это именно тот случай, когда одноразовое употребление наркотика становится точкой невозврата. Невозврата к прежней нормальной жизни. Сила воздействия в данном случае синтетических каннабиноидов, я говорю о химической принадлежности этих веществ, такова, что даже единичная проба, если она, скажем, при внешнем рассмотрении закончилось благополучно, оставляет неизгладимый отпечаток. А в психологии в том числе есть такое понятие, как импринтинг. От английского print, отпечатывать, да? Вот этот отпечаток остается на всю жизнь. Субъективно он может не оцениваться в полной мере, но он уже там. Красноречивая цифра. 666 новых наркоманов с начала этого года пополнили базу Гомельского областного наркологического диспансера. С учетом латентности эту цифру можно смело умножать на 10. Всего же, по официальным данным, примерно 1500 – это подучетная группа наркопотребителей по всей Гомельской области. Больше всего в областном центре, затем Светлогорский район, затем Мозырский, потом Жлобинский и Речицкие районы и так далее. Хочу обратиться к тем людям, которые непосредственно являются участниками наркобизнеса, и скажу с полной ответственностью, что мы дойдем до каждого. Мы дойдем до каждого, и каждый из тех, кто сейчас пытается, скажем так, заработать деньги на чужих судьбах, будет привлечен к уголовной ответственности рано или поздно. И последнее. Одними только силами наркоконтроля при равнодушии и попустительстве рядовых граждан с этим монстром не справится. А принцип «моя хата с краю» в данном случае чистое самоубийство, ведь именно под эту хату наркоторговцы могут заложить очередную дозу. И первыми отраву могут найти отнюдь не наркоманы, а наши дети. Поэтому давайте возьмем себе за правило. Увидели незнакомца где-либо скрытно сооружающего тайник, сообщаем милицию. Сделаем все, чтобы наша ситуация оставалась нормальной и никогда чрезвычайной.